Всем добрый день! На своих экранах вы можете видеть диссольвер заводского изготовления, который был куплен нами для изготовления различных эмульсий, красок и прочих жидкостей. После использования его в реальных условиях он показал свою бесполезность. Недостатки были выявлены такие. Первое. Незакрепленный вал, который в процессе замеса эмульсии бился о стенки, болтался и, в общем-то, не выполнял свое прямое назначение. Второй пункт. Отсутствие ножей. Хочу заметить, что вместо ножей использовались резиновые лопасти, которые крутятся вокруг своей оси. И третье. Неправильное расположение сливного крана. Из-за того, что он находится в самой нижней точке, возникало неудобство в перетаскивании и передвижении бочки. Четвертое. Отсутствие регулировки оборотов двигателя. Впоследствии было решено изготовить диссольвер своими руками. Хочу, чтобы вы обратили внимание на вал еще раз. И практически после каждого замеса приходится чистить подшипники, что очень затратно по времени и накладно. Но самое интересное, что такая конструкция вала может быть использована только для эмульсий с минимальной плотностью. Если у вас будут более тяжелые фракции, замеса не получится. Чтобы не останавливать производство, на скорую руку был изготовлен диссольвер своими руками. Использована бочка на 200 литров, приварены 4 ножки, немного поднят сливной кран. Верхняя конструкция была взята с оригинала без какого-либо внешнего изменения. И тоже крепление вала к двигателю. Но в своем образце мы уже использовали так называемый центратор вала. Снизу бочки устанавливался болт, по которому центрировался вал и держался строго своей оси. На данный момент идет изготовление второго диссольвера. Все та же бочка на 200 литров, 4 ножки, все то же расположение сливного крана. Верхний короб немного увеличен в размерах. Был добавлен отсек для загрузки материала в бочку. Также на дне бочки будет установлен центратор, на который будет устанавливаться вал. В следующем видео я попробую показать, как это все это работает, как происходит загрузка материала, именно перемешивание. В следующем видео я постараюсь показать наши ножи, значит, наш вал. На данный момент все это у токаря точится, настраивается, поэтому как бы вот вал я показать не смогу. Если у вас есть замечания и предложения, пишите, обсудим, обговорим.